Рашид Шамсутдинов покинул пост директора МУП «Электротранспорт». Предприятие курирует автобусы большой вместимости и возглавит его бывший руководитель транспортного управления Альметьевска Александр Гурьянов. Шамсутдинов возглавлял МУП 4 года с момента основания. Параллельно он занимал кресло директора ООО «Электротранспорт», отвечающее за трамваи. Это место осталось за Шамсутдиновым. 20 тысяч татарстанцев задолжали по выплате алиментов. Общая сумма долга превысила 3 миллиарда рублей. Как сообщили на совещании в правительстве Татарстана, 2/3 неплательщиков уже ограничены в праве выезда за границу, еще 3 тысячи человек не могут пользоваться своим автомобилем. Управление судебных приставов просит разработать дополнительные меры взыскания алиментов. В России могут закрыть все визовые центры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Такое возможное развитие событий обусловлено поправками к закону о порядке выезда и въезда в Россию. Согласно им, визовые центры должны отвечать высоким требованиям, которым на сегодня не соответствует ни одна из действующих компаний. Отмечается, что закрытие центров вернет очереди в посольствах. Завтра, 27 июля, в связи с проведением ремонта электросетей, будет отключен светофор на Орловском кольце. Электронный регулировщик прекратит работу в период с 9 до 18 часов. Автомобилистов просят руководствоваться знаками приоритета. 11 августа ограничат движение по проспекту Хасана Туфана на отрезке от Сююмбике до 40 лет Победы в обоих направлениях, а также по проспекту Сююмбике от Дружбы народов до Вахитова в направлении Ледового дворца. Проезд будет закрыт с 9 до 13 часов. Ограничение обусловлено проведением Камского веломарафона.